там, с ножом, с саперной лопаткой, с палкой, с камнем. Данную программу в фильме демонстрируют офицеры Министерства обороны. Офицеры ракетных войск стратегического назначения. Базовое движение демонстрируется шаг с разворотом корпуса, на котором построены все действия и приемы в нашем фильме. При передвижении ноги немножко согнуты, расстояние между ногами равно ширине ваших плеч. Шаг с подставкой снаружи вовнутрь. Шаг с подставкой ладонью снаружи вовнутрь. Очень важно, чтобы тело имело расслабленное положение, и напряжение только в нужный момент выполнялось. Обратите внимание на то, чтобы все позы, принимаемые вашим телом, должны быть для вас естественными. Боевые комбинации с применением шага. Противодействие от прямого удара кулаком в лицо. В момент лобового столкновения в движении вы выполните сильный удар кулаком сбоку противника, пропуская при этом его удар. Упреждающий удар кулаком сбоку с места. Повтор движения. Удар с точки зрения поражения лучше выполнять либо в висок, либо в переносицу, или в подбородок. Движение в момент лобового столкновения. Противодействие с помощью подставки рук. Подставка выполняется в виде блока снаружи вовнутрь. Движение, делая шаг, выполните подставку и нанесите сильный удар кулаком в лицо. Вы видите, в замедленном действии предлагаемая техника хороша будет в тех условиях, когда военнослужащий или боец одет в бронежилет, и удары будут наноситься в открытой зоне и точке человеческого тела. В зависимости от дистанции, контратаку можно нанести ногой, пах на поражение. За счет шага блокируйте атакующую руку и нанесите сильный удар ногой в пах. Шаг с разворотом корпуса и блокировка с последующим сильным нанесением удара ногой в пах. После того, как противник нагнулся, можно нанести сильный удар локтем. С целью поражения можно нанести удар костяшками пальцев в горло из-под руки. В движении. Заблокируйте руку и нанесите сильный удар
в горло. Шаг, скручивание и удар. Удар, как правило, лучше выполнять в горло. Смерть наступает вследствие гематомы, наступившей от удара. Противодействие...